Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил Центр поддержки семей мобилизованных граждан. Поводом стал вопрос оказания помощи женам и матерям военных, находящихся в зоне спецоперации. Вы звонки сюда приходите? Да. Вот у нас два телефона здесь. Нам хватает их, горячей линии нам пока достаточно. Так все было, да? Сюда позвонили, сразу да. Попали. Здесь работают все остальные специалисты. Пойдемте. Одинцовский центр помощи семьям мобилизованных и добровольцев создан для поддержки родственников, чьи дети и мужья попали в зону СВО. Сюда обращаются по различным вопросам. Самые распространенные из них – устройство детей в детские сады и образовательные учреждения, содействие в получении отсрочек или отмен по уплате платежей, о предоставлении мер соцподдержки, оказании помощи психологов и юристов. В день примерно поступает порядка 10 обращений. Бывают звонки еще не только от наших жителей округа. Иногда наши телефоны разошлись уже по зоне СВО. Звонят ребята из Ногинска, из Балашихи, хотя часто бывают звонки не из наших округов, и даже из Москвы поступают иногда звонки. Для оперативного решения ежедневных задач к работе центра подключаются депутаты-единороссы, волонтеры и представители общественной палаты. В качестве дополнительной меры поддержки на территории округа с 15 декабря вводятся специальные карточки, по которым в преддверии новогодних праздников семьи бойцов смогут получить привилегии в парках округа. Например, им будет доступен бесплатный прокат. В дальнейшем перечень услуг станет расширяться. Напомним, Центр поддержки семей мобилизованных открыт ежедневно с 10 до 19.00 по адресу Можайское шоссе, дом 71. Обратиться в него может каждый нуждающийся. Специалисты готовы оказать прием лично или ответить на вопросы по номеру телефона 8 495 181 9003. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».